Siberian Blues greetings from Berlin. Сибирский блюз грустно из Берлина. Сибирский блюз привет из Берлина. Freue mich euch alle zu sehen. Vielen Dank. Я рада вас всех видеть. I am very glad to see you. Siberian Blues. Thank you.
песня в 2016 году на стихи Александра Блока.
когда приехала в Берлин в 2004 году, ну, чуть-чуть спустя, я приехала в Берлин в 2004 году и начала писать музыку. I started to pay to write music in Berlin in 2004. Я от 2004 беганных музыц шарен в Берлин. Он, наверное, Siberian Blues. Weil ich in Omsk in Sibirien geboren. Deswegen aus diesem Grund Siberischer Blues. I was born in Siberia, in city, in Omsk city. Siberian Blues. Thank you.
Которая играет, это только моя музыка. Я никогда никакие каверы не делаю. Кто-то, может, там думает, что я... Да, мне уже пишут, что ты играешь под фонограмму, там что-то перепеваешь. Нет, ничего не перепеваю. Все свое. Так что не переживайте, народ. Не переживайте. Это редкость, да. Это редкость. В наше время все воруют, а я все свое пишу. Сейчас я гитару настрою по-быстрому. Становится легче, становится лучше. Я болею уже неделю, народ. Короче, у меня сил нет. А сейчас появляются. Все стало играть концерт. И становится легче. Наверное, концерта не хватало. Хэллоуин, Хэллоуин. Это Хэллоуин. Сейчас. Так. Thank you.
Thank you.
песня «Океан», «Оушен». Я написала эту песню в 2014 году на стихи Константина Бальмонта. Как у вас дела? Хорошо? Все нормально? Кого как? Все стараемся как-то, да? Так, давайте, народ, тоже постарайтесь. Я стараюсь, для вас играю. Я жду donations. Там можно проспонсировать на моем концерте. Так что буду рада. Спасибо заранее. Шевшие кочки, мокрые облака.
Смотрю.
Проспонсировали? Ну, кто проспонсировал, спасибо, а кто нет? Позор. Позор. Ну ладно, может, у кого-то нет возможности проспонсировать, но люди боятся чего-то. Ладно, тогда ставим классы и дальше распространяем. Дальше распространяем. Это тоже помощь. Ну, как тоже большая поддержка, правильно? Thank you.
Thank you.
вечная любовь. В 2012 году на стихи Николая Гумилева. Что там написано? Ага. Я комментарий в этот раз деактивировала. Думаю, попробую что-нибудь новенькое. Не знаю, правильно это или нет. Thank you.
Thank you.
Одна из моих тоже первых песен. Вау, 1000 человек опять смотрит. Ну, круто, что? Еще бы было круто, если бы проспонсировали. Donations. Donations. Это было бы вообще круто. Было очень бы круто. Я бы потом всему миру об этом заявила. Смотрите, 1000 человек посмотрело и проспонсировало. Вот это круто. Ладно, народ, кто может, тут спонсирует. Я всем благодарна. Кто не может, распространяем дальше. Ставим там классы. Рассказываем дальше. Это тоже классно. Что там написано? Так, играем дальше. Как я и сказала, до 11:30. Еще 10 минут, еще одна песня. Thank you.
Идите вновь,
Александра Сергеевича Пушкина. А музыка, вы заметили, я использую свои стихи, которые я написала много лет. Я раньше писала стихи, а сейчас стихов я пишу мало, но пишу музыку на стихи великих поэтов. Так что, а музыка вся моя. Спасибо, кто слушал мой концерт. Спасибо, кто проспонсировал. Я не вижу, кто спонсировал, нет. Я потом только посмотрю, увижу. Есть еще возможность проспонсировать, пока я говорю. Ну или потом на YouTube, когда я загружу вот эти видео. Вот это видео, вертикальный формат, еще горизонтальный формат я загружу на YouTube. Так что, кто не успел посмотреть, сможет посмотреть в повторе на YouTube. И там тоже есть функция проспонсировать концерт. Я буду очень благодарна, кто будет спонсировать. Спонсируют, я знаю, спасибо. Но было бы намного лучше еще, если больше спонсировали, правильно? Спасибо. И желаю вам всем мира и добра, всего хорошего, не болеть, мира на земле, защищать слабых и как-то лучше делать жизнь, мир. Вот, начинать с себя лучше всего и помогать другим, и всем мира и добра. А я могу, как могу, так и улучшаю этот мир своими песнями, своими видео, блогерством, картинами. Ну вот как могу, так и делаю. Будет возможность больше что-то делать, предпринимать, буду делать больше, а пока так. Так что, народ, поддерживайте меня. Если у меня будет возможность помогать другим людям, я буду тоже помогать. Так что давайте, всего хорошего. И что еще хотела сказать? Комментарии читать не буду, потому что их нет. Я деактивировала эту функцию. Ну, потому что, да я не знаю, просто попробовала, посмотрим, может, что-то даст. Так, все. 11:30 вечера. Желаю вам хороших выходных. Не болеть. Давайте, я ухожу, выхожу. И потом посмотрите в повторе, кто хочет. А кому интересно картины смотреть, смотрите, там у меня вверху линк есть. У меня там все есть. И картины, и музыка, и блогерство, и YouTube. Вы видите, много-много всего. И вверху всегда линк. И кто еще не подписался, тоже подписывайтесь и наблюдайте за моим творчеством. Спасибо. А я пойду сейчас собираться. Все. И, наверное, потому что я болею. Я уже неделю болею, но это мне с мои родственники, мама сказала, откажись от концерта, а я говорю, нет, я никогда не откажусь от концерта, но болею, ну и что? Сил нет, но я решила все равно играть концерт. Так что, то есть это самое лучшее для меня выздоровление, сыграть концерт, потом я вылечусь. Ладно, что-то кто-то меня там заразил где-то по пути. Ладно. Сейчас многие болеют, это осень, ну, теплая погода закончилась, сквозняки начались, дождь, холод, ну и началось. Всякие болячки, да, стали прилипать. Да, ладно. Так что, кто болеет, давайте выздоравливайте, вам сил и долгой счастливой жизни. Давайте, пока.